Всем привет! Я надеюсь, вы уже поняли, куда я приехал по последнему видео. Это Зябликово. Я сейчас буду снимать новогодний поезд. Вот. Очень интересно, какой голос будет звучать в этом номерном. Я думаю, что мне все понравится. Вот. Так что, давайте, поехали! Осторожно, дверь открывается. Следующая станция Шипиловская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Борисов. Для вашей безопасности держитесь за поручни.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Марьино. Зима. Когда особенно хочется тепла и уюта. Пусть их подарят вам любимые люди и семейные друзья. Мне очень хочется, чтобы ваша любовь и ваши сердца никогда не забыли. Ну что я могу сказать, в принципе мне поезд понравился, ну конечно это не тот поезд, как наш новогодний ЖИ-3, но все равно хоть что-то, чем было в прошлом году, и хорошее объявление, только очень тихо слышно, вот, и без английского информатора, вот, поэтому мало что там было слышно, но поздравления были, это радует, сделали все-таки очень интересно, так что поезжать не могу понять. Выезжали. А вы прикиньте, обычно на Берной заехал в тупик за Люблино. Сейчас, наверное, под посадку будет давать. Сейчас посмотрим. Да, будешь давать под посадку? Да, будет. В общем, я остался доволен. Вот. Ну, конечно, можно было бы и лучше сделать. Вот, и получше, чтобы дикторы погромче звучали, потому что очень тихо. Вот. А так в целом мне все понравилось.